Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте! Сегодня многие ругают соцсети за то, что они отнимают слишком много времени и отвлекают от живого общения. Но есть и обратные примеры, когда эти же самые соцсети помогли людям познакомиться и продолжить общение уже в реальной жизни. И один из примеров тому – нашумевший проект «Битва блогеров», который недавно отметил завершение 12-го сезона. Такие девушки, как звезды, такие звезды. Челябинск, вас не слышно! Вице чемпионами 12-го сезона проекта «Битва блогеров» становится... В этой битве на первом месте не противостояние, а скорее взаимное обогащение полезными знаниями, без которых сложно и в жизни, и в бизнесе. Позади 3 недели офлайн-интенсива, а сегодня – подведение итогов. Мы живем в удивительное время разных скоростей и разных ситуаций. И я считаю, что очень важно в этот момент поддерживать бизнес, поддерживать направление личного роста каждого из участников проекта. Мы креативили, мы, конечно, создавали всякие коллаборации, да, друг с другом. На протяжении 3 недель участникам давались новые знания по написанию интересных стоящих постов, по созданию хорошего контента. И самое главное, что все это было адаптировано под участника. У битвы блогеров есть свой непосредственный контент-план, который они дают в начале проекта. Это очень-очень удобно, так как многие действительно впервые приходят на этот проект и не знают, с чего начать. И мы, согласно этому контент-плану, мы помогали. Я помогала им писать посты на какие-то темы, как-то продвигать себя. Сама битва строится на том, что участники формируют и выстраивают свой личный бренд в соцсетях, используя разнообразные инструменты, да, и в том числе знания, которые дают спикеры, ну, ежедневно практически на лекциях. Дизайнеры одежды и украшений, преподаватели танцев и иностранных языков, мастера йоги и медитаций. Диапазон профессий участников битвы настолько широк, что проще сказать, кто здесь еще не отметился. Это мое первое участие в битве блогеров. Я шла сюда проявиться. Для меня осуществилось в битве еще 2 мои давние мечты. Мы основали и открыли онлайн-школу для риэлторов и запустили свой YouTube-канал. Очень много продаж, реально, и в маркетинге, и в своей студии. Это популярность, это охваты, которые выросли в 3 раза минимум. Здесь нет такого, чтобы человек пришел и что-то не получил. Я не знаю, это надо просто лечь и ничего не делать. Благодарю вас за то, что вы делаете такие крутые проекты. Побольше вам участников, больше городов, захватываете мир. Каждый сезон для участников проекта придумывают что-то новое. Особенность 12-й битвы – обучение искусству управления деньгами. Задумка была в том, чтобы не просто объединить блогеров и предпринимателей, а возможно из предпринимателя сделать блогера, из блогера предпринимателя, но еще и всю эту историю укутать финансовой грамотностью, потому что есть аудитория в битве блогеров, которая уже с деньгами, и ей надо подсказать, как правильно распоряжаться, раз. А есть аудитория, которая только-только выходит на доходы, и тоже надо рассказать, как организовать все эти процессы, поэтому тонкой такой нитью это было в том числе про финансовую грамотность. Были игры «Монополия», «Кэшфлоу», был целый фестиваль игр. Мы очень круто раскачали свое мышление. Чтобы вдохновлять участников проекта на подвиги, организаторы ввели геймификацию – систему накопления баллов, которые команды получают за выполнение заданий. Человек публиковал по контент-плану или без него пост и за счет этого зарабатывал баллы. Соответственно, если он не хочет публиковать, что делает команда? Говорит, давай. Давай, мы в тебя верим, ты нам нужен, нам нужно первое место. То есть это такая некая стимуляция, она не обязательна для человека. Он может не участвовать и договориться с командой. Но это очень классная мотивация для любого вести социальные сети.
В эту битву возвращаются снова и снова. Кто-то в качестве участника за компанию с друзьями, а кто-то в качестве партнера или спикера. В этом сезоне я принимаю участие в качестве партнера. Изначально я начал свое знакомство с битвой. В качестве участника я пришел гостем на финал второго сезона. Меня этот проект затянул. Битва блогеров – это единственный, наверное, уникальный проект в нашем городе, который объединяет людей настолько, что это невозможно просто уже потом бросить. Жизнь на битве – это что-то прям такое вот динамичное, не знаю. Ты постоянно в процессе, она тебя не отпускает. Вот и на следующий сезон я иду вообще спикером. Проигравших на этом проекте нет. В конце концов, здесь главная битва с самим собой. Со своими сомнениями и страхами, которые мешают достигать высот, о которых мечтаем. После ухода с российского рынка западных брендов одежды желание выглядеть стильно только усилилось. В этой связи предлагаем несколько идей для обновления осенне-зимнего гардероба. Зима может быть не только теплой, но и стильной. Новая коллекция Ахара создана для того, чтобы сделать вашу зиму ярче. Новая коллекция Ахара подойдет каждому, ведь в модельной линейке представлены как пуховики для спортивной и динамичной зимы, так и для активной городской жизни. Модели из высококачественных, легких и дышащих тканей удобны в носке и не сковывают движение. Пуховики надежно защищают от непогоды. В магазине представлены модели с высоким воротом и глубоким капюшоном, а в качестве наполнителя используются натуральный пух и биопух. Мужчины и женщины порадуют себя элегантными и практичными пальто, зимними куртками с вместительными карманами и стильными пуховиками прямого кроя. В магазине представлен широкий размерный ряд от 42 до 64. Необычные принты и детали, а также силуэты с интересными элементами кроя и отделки подчеркнут зимний образ. Подростковые модели пальто и парок повторяют стиль и образ одежды взрослой коллекции. При этом модели выполнены не только в темных, но и в ярких цветах, что подчеркнет индивидуальность подростка. Широкая линейка аксессуаров позволит собрать зимний образ. В Ахара вас ждет большой выбор шапок, шарфов и перчаток. Приходите в Ахара и выбирайте пуховики, куртки, парки и аляски для всей семьи. Для удобства покупателей в магазинах действует беспроцентная рассрочка. Стильная верхняя одежда уже ждет вас по адресам: проспект Победы 163 напротив Теплотеха, проспект Ленина 71 у Алого Поля, ТРК «Космос» второй этаж, ТРК «Родник» второй этаж и ТРК «Алмаз». Вы смотрите Beauty Time. Прямо сейчас хочу познакомить вас с интересным специалистом, автором методики танцтерапии. Это практика, которая позволяет избавиться от боли и зажимов в организме, которые, в свою очередь, стали результатом всевозможных травм и стресса. Итак, Юлия Титова и ее путь от детской мечты стать балериной до основания собственной школы. Я человек-универсал. В 16 лет меня поставили танцевальным инструктором. Появились страхи, на пилоне что-то делать. Я научилась самовосстанавливаться, снимать себе спазмы. У человека меняется мышление. Увидев в детстве по телевизору классический балет, Юля решила, что станет балериной. Потом был детский коллектив Дворца культуры «Металлург» в городе Аша, обучение в Академии культуры в Челябинске, выступление в шоу-балете, собственный коллектив. А еще появились новые направления – фитнес-пол-дэнс и воздушные полотна. Сейчас Юля – руководитель студии шестовой акробатики и воздушной гимнастики, энергокоуч и танцетерапевт. Чтобы к этому прийти, пришлось пройти через многое.
изначально танцы, потом добавился спорт. Я 10 лет увлекалась баскетболом, занималась кикбоксингом. Разные виды спорта попробовала, но больше мне всегда хотелось танцевать, проявляться именно через танец. В 16 лет меня поставили танцевальным инструктором, и у меня была своя команда. Там было направление современная хореография совместно с хип-хопом. Такой микс. Потом как-то все перешло в спорт, в фитнес-пул-дэнс. А после фитнеса пул-дэнс затянуло в экзотик пул-дэнс. Больше женственное направление, направлено на раскрепощение, легкость, сексуальность. Я сразу увидела, что это спорт, что это не танец, и там можно выполнять много элементов и трюков. Мне стало интересно, я начала изучать и училась по видео. Тогда еще это не было популярным в Челябинске, все только начиналось, зарождалось, и мы учились сами. Шоу-балет мы пробовали свой открыть, он какое-то время просуществовал. Я уехала с девочкой в другой город работать, но в итоге не сложилось, я там просто не хотела жить. У меня была на тот момент цель поступить в Академию культуры и учиться на хореографа именно. Вот это самая главная цель была. И все шоу-балеты я забросила тогда. В течение дня ездила во много разных мест преподавать, и стретчинг, и танцы, и пилон. Это все я преподавала, и в один прекрасный день мне просто это надоело, и я захотела свое пространство создать. Мы работали сначала в маленьком помещении, 100 квадратов, у нас было всего 2 пилона. Я набрала первые группы, плюс ко мне подтянулись в тренера из шоу-балета люди, с кем я работала. Был момент, когда мы решили, что нужно что-то большее открыть, но у меня было предчувствие, что пока рано, и все равно мы в это вошли, и прогорел бизнес. После того, как прогорели, восстановились, но с трудом. Был стресс и такое состояние, то есть состояние падения, потом поднялась снова. С 2013 года я получила первую травму, у меня было смещение позвонка. Мне правили, я ходила с ошейником 3 месяца, потом снова в спорт. В спорте я была с головой, мне хотелось делать что-то новое, пробовать. И я не обращала внимания на то, что хочет мое тело. Первый раз это случилось, потом через сколько-то лет случилось второй раз. На сноуборде я каталась, слегка приземлилась на таз. Обнаружили, что у меня грыжа и протрузия в шейном отделе. Восстанавливалась в течение 4 лет. Это был такой долгий процесс. Появились страхи, на пилоне что-то делать. Пробовала другой спорт, уходила в тренажерку, потом возвращалась в пилон. И так это 4 года продлилось. Но за это время я изучала оздоровительные техники, нарабатывала знания, как вообще с этим справляться, потому что были сильные спазмы, особенно в шейном отделе, и я научилась самовосстанавливаться, снимать себе спазмы, и люди стали ко мне обращаться, мои клиенты, педагоги, и я пробовала им снимать спазмы, и это все получалось, и у людей уходили боли. И вот за 9 лет это вот такой большой путь, что я пришла через танцы, спорт, в массажи, а потом уже в работу с телом и сознанием, подсознанием. На энергосессии я работаю как коуч. В танцевально-двигательной терапии индивидуально я работаю уже непосредственно с телом и совместно работаю с мышлением и
сознанием, подсознанием. То есть если я вижу какую-то точку в теле, либо я ее точечно прорабатываю, либо мы сразу начинаем работу с умом и меняем привычный паттерн движения на естественный, у человека меняется мышление. Кто-то может за одну тренировку уже большие результаты получить, потому что есть готовность к такой работе и есть желание отпустить какие-то состояния, которые ему уже не нужны, и выйти на новый уровень. Есть люди, которые вот так присматриваются сначала, конечно, здесь больше времени занимает, и у всех по-разному это все проявляется. Кто-то меняется физически, выравнивается, если мы что-то убираем, какие-то зажимы, которые присутствовали в теле, то есть тело меняется, и мышление меняется. Мне хочется масштабности и, возможно, работы на большие аудитории, марафоны, ретриты, что-то такое, где есть люди, общение, и где люди получают результаты и просто становятся счастливыми. Говоря о бьюти-трендах в макияже, любой визажист обязательно скажет про акцентные брови. В последние годы они меняются в нюансах, то более графичные, то более естественные, то яркие, то, опять же, менее контрастные, но в любом случае бровям уделяется особое внимание. Кое-что интересное об идеальных бровях в продолжении выпуска. Значение бровей в макияже, в принципе, нельзя недооценивать. Но если говорить о моде наших дней, то вокруг идеальной формы выстраиваются все, ну или почти все, современные концепции мейкапа. Бровям поют дифирамбы, им посвящают косметологические инновации. И одну из них мы рады представить прямо сейчас. Мы в имидж-студии Елены Ивановой, и сейчас познакомимся с процедурой, которая называется «Счастье для бровей». Оксана, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Счастье для бровей – это процедура, которая улучшает качество волоса и кожи на бровях и улучшает ее структуру. Для того, чтобы как можно скорее пробудить наши луковицы и как можно быстрее восстановить структуру волоса, данную процедуру нужно повторить не менее одного раза в неделю. После долговременной укладки, после осветления, после окрашивания, можно и во время окрашивания использовать данную процедуру, и можно ее использовать как уходовую процедуру отдельно. В нашем случае счастье для бровей мы совмещаем с процедурой химической завивки ресниц и долговременной укладки бровей. Эти процедуры достаточно травматичные, поэтому после них требуется восстановление. Также эта процедура показана при перещипанных бровях, при агрессивном ламинировании. Если у вас по природе сухой волос на бровях или вы длительное время находились в отпуске на солнышке или в морской воде, то данная процедура вам также поможет восстановить структуру волоса, придать сил, пробудить фолликулы, и повторить ее нужно будет не менее одного раза в неделю. Составы для продуктов «Счастье для бровей» содержат витамины и микроэлементы, которые питают и восстанавливают волоски, бровей и ресничек. Например, кератин восстанавливает структуру, биотин тонизирует кожу, а масло амлы укрепляет луковицы и стимулирует рост волос. Еще в состав входят масло жожоба, коллаген, керамид, гиалуроновая кислота, также известный своими полезными свойствами. Богатый витаминами и маслами состав восстанавливает естественное состояние волосков, улучшает их качество, дает им прочность. Результат виден после первого применения «Счастье для бровей». Это мгновенный эффект. После процедуры волоски становятся эластичными, мягкими, послушными, блестящими. А в конце процедуры мы дарим вам вот это масло для домашнего ухода. Другими словами, частичку «Счастья для бровей» можно забрать с собой. Многие владельцы салонов красоты когда-то были простыми мастерами. Хотя нет, здесь, наверное, оговорюсь, не многие, а лишь некоторые, потому что создать свой бизнес получилось далеко не у всех. А те, у кого получилось, заслуживают отдельного внимания.
Я с 8 утра до 10 вечера работала постоянно-постоянно. Все кошки ходили с розовым милированием. Все нормально. Так и задумано. Сейчас все исправим. Салон – это для меня как ребенок. Если бы все было так гладко и по маслу. Эта история не столько про путь мастера, сколько про любовь. Безусловную любовь к своему делу, которое объединяет людей и помогает справиться со всеми трудностями. История Анастасии Курмановой полна смелых поступков и впечатляющих результатов. С самого детства мне нравилось рисовать. Рисовать я начала очень давно. Я закончила школу художественную и начала сразу же отрабатывать это на волосах, на животных. У нас было дома много кошек. Все кошки ходили с розовым милированием. После того, как кошки надоели, у меня есть младшая сестра. Был такой классный, интересный опыт, когда первый раз мы захотели покрасить ее. Мне было, наверное, лет 10, ей было 9. Так как я была старшая, выбора у нее не было. Мы купили упаковку Блондекса и начали красить. Мама пришла с работы, сказала «Вау!». И после этого, конечно же, с поддержкой семьи, с направлением, уже пал выбор на то, что куда отдавать девчонку. Конечно, в парикмахеры. Я закончила 11 класс, и выбора у меня огромного не было. Конечно, я пошла в колледж, я пошла учиться на парикмахера и отучилась 3 года. Конечно, этих навыков было недостаточно, потом сразу пошли повышения, Москва, Питер. И каждая школа, она учит новому, учит интересному. Тут главное просто не растерять себя и уже начать чувствовать, что тебе близко. То есть тут же есть разные там и стрижки, и окрашивания. Это не просто вот волосы, да, тут очень много разных таких направлений, да, куда можно уйти, куда можно углубиться, самое главное прислушиваться к тебе. Я пошла вот самым медленным, но качественным путем. С самых азов я, когда отучилась, все, получила диплом, пошла, устроилась в самую дешевую парикмахерскую на поток, где стрижка на тот момент стоила 40 рублей. С этого получала я там 28 рублей и была счастлива. Но это мне дало огромный опыт, огромные возможности. В день я могла спокойно сделать 20-30 стрижек, и благодаря этому у меня такой огромный, колоссальный опыт. Будучи сегодня топовым парикмахером-колористом, предпринимательницей, открывшей уже не один салон, Анастасия нет-нет, да и вспомнит курьезные случаи из прошлого. Я только начинала работать, я начинала стричь, и был такой интересный случай, когда пришел ко мне мужчина стричься. Понятно, что нас учили делать не бояться, делать не бояться. Стрижка называлась теннис, мы ее не проходили, но я на первом году обучения поняла, что надо брать и делать, и пробовать. А стрижка почти подошла к концу, я думаю, чуть-чуть мне осталось профилировать кончики, и тут я просто путаю ножницы филировочные с прямыми, завожу сверху, начинаю филировать, и на огромной пряди я такая хлоп, и отрезаю ему очень много. Он такой сидит на меня, смотрит, я на него, он такой «Упс». Я такая «Все нормально, так и задумано, сейчас все исправим». Он такой «Угу». На тот момент, когда я еще была мастером, работала в найме, конечно, я видела, у меня были директора, да, я понимала, что это круто. Это колоссальная ответственность, это колоссальная работа, да, работа с сотрудниками, работа с людьми. Я уже переросла просто работу в найме, начала работать на себя, просто взяла и начала делать. Я не знаю, я просто пошла в магазин, купила зеркала, кресло и начала работать. Я с 8 утра до 10 вечера работала постоянно-постоянно, запись была плотная. Я работала в таком режиме 3 года, когда уже сил совсем не осталось, я поняла, что нужно что-то с этим делать. Тогда я начала проходить курсы, как это строится, как строить бизнес, где брать мастеров, как вообще работать, сотрудничать с людьми. У нас появилось в Челябинске свое помещение, и я никогда не думала, что, будучи директором салона красоты, я буду бегать, заключать договора туда. То есть совсем у меня сфера деятельности настолько поменялась кардинально, и именно вот эта организация, это, наверное, самая ответственная, самая такая изматывающая, самая долгая и тщательная работа, которая отличает именно мастера от руководителя.
Кстати, быть просто руководителем со временем стало для Анастасии очередной реализованной мечтой, а значит, появилось новое – создание франшизы. И очень скоро под брендом «Династия» появились салоны в Москве и Улан-Удэ. На тот момент, когда я открывалась, не было никаких франшиз, да, салонов красоты. И спустя некоторое время, спустя проанализируя свой опыт, который у меня есть, благодаря 15 лет, я упаковала свои знания все во франшизу. Теперь мы продаемся по России, и это позволит и начинающим мастерам, да, которые готовы скоротать там этот огромный багаж знаний, скоротать время, чтобы набраться опыта. Можно просто купить франшизу и вести работать, такую, да, же деятельность. Наверное, все-таки каждый парикмахер в душе, он психолог, да, люди приходят не только за стрижкой. Качество, да, качество — это очень важно, очень ценно, но именно душевный человек, с кем хочется поболтать, кому хочется открыть свою душу, это тоже немаловажно для такого человека, к которому хочется возвращаться. Поэтому тут такие отношения теплые, как человек-человек, они всегда остаются на первом месте. Видеть вот эти вот глаза, да, которые светятся и говорят: «Боже мой, мне раньше никто так вообще сделать не мог». Когда выходит окрыленный, с счастливыми глазами: «Круто, я приду к тебе через месяц». Это дорогого стоит. Я, когда работаю мастером, иногда люди даже, я забываю брать даже деньги, потому что вот эти слова, вау, как круто, все, слезки сразу, обнимашки, все счастливы, это кайф. Для меня все-таки салон — это для меня как ребенок, это прям вот мое детище, которое я взращиваю каждый день, которое вкладываю очень много сил, много энергии, свою душу. И как бизнес-проект, вот просто финансовый, я даже не могу его вот так вот рассмотреть. Для меня это намного глубже, намного больше и душевнее. Если бы все было так гладко и по маслу, все бы брали это, делали, но не каждый готов взять ответственность за свою жизнь, за свои результаты на себя и двигаться к своим поставленным целям. Если действительно вы знаете не как, а для чего вам это надо, то все сложности, они будут преодолеваться с легкостью. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Познакомиться ближе с героями наших выпусков можно на наших страницах в соцсетях, вы их видите на экране. Всегда рады обратной связи с вами, а на этом все, до встречи.
наш стильный партнер имидж-студия Елены Ивановой.